фойе Дворца культуры на ветках новогодней красавицы помимо украшения были развешаны открытки детей с подробным рассказом о своей заветной мечте. Первым взял два письма глава муниципалитета Алексей Спасский. Хорошо приняли в работу. Тем не менее, я думаю, что в ближайшие 2-3 дня мы это подарки подарим детям. Почувствовал себя добрым волшебником и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Дорогой волшебник, меня зовут Беспарян Самвел, и я мечтаю о машинке с пультом управления. Благодарю, что вы нас выбрали. Адрес есть, свяжусь, машинка будет. В Ленинском городском округе акция «Елка желаний» проходит уже в третий раз. Каждым годом желающих исполнить мечту мальчишек и девчонок становится все больше. Любое должностное лицо администрации, любое бизнес-сообщество может взять этот конверт с письмом, которое было адресовано Дедушке Морозу от наших ребятишек, и, собственно говоря, сделать им предновогодний подарок. Получила конверт от Соколовой Кати, которая живет у нас в Видном на Северном проезде. Вот. И Катя попросила набор доктора. Она даже пишет, какой набор, какие, чтобы там были предметы и так далее. Вот. Поэтому я, конечно, с удовольствием все это выполню. Обязательно прошу Деда Мороза. Вот. И мы обязательно ей вручим этот подарок. Всего на «Елку желаний» в этом году было подано более 30 писем от юных жителей округа, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но новогоднего чуда заслуживают все без исключения. Для этого и существует эта акция. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.